Мы все гуляем по Хуяну. Здесь огромный целый квартал, чисто туристический, где нет ни одного мотобайка. Все передвигаются на велорикшах или велосипедах. Вообще шикарно, просто отличные красивые дома, безусловно. Это надо видеть, надо посетить. Смотрите сами. На велорикшах все двигаются, дети на великах, улочки вот такие вот красивые, все иностранцы на великах, везде продаются фонарики, воздушные змеи, поделки из камня, из серебра, из жемчуга. Красота! Приезжайте нам в Хуян. Нам в Хуян. Надо... Ну, действительно, это того стоит. Лучшие изъезженных ничангских, так скажем, мейнстримовых туристических мест, так называемых. И все. Ну, стоп, здесь тысячу лет было китайское иго, они их смертно ненавидят. Тут, как сказать, китайцы оставили неизгладимый след во вьетнамской культуре и быту. Во всех этих самых, как сказать-то, в пагодах везде все манускрипты используют китайские иероглифы. И в этот самый латиница в их языке была принята только, по-моему, в 18 или 19 веке. Точно не помню. Французы приехали. Да. Так что. Ну что, все футболки одинаковые. Все. Одинаковые, все то же самое, что в Ничанге. Ничего нового. Ну, единственное, с надписью там Хоян. И все. Вот такой вот лаунж-бар. Шикарный. Надо будет посетить. Эх, было бы здесь еще разливное темное пиво. Цены бы не было этому городу. Жена говорит, здесь какой-то китайский храм есть великий. Он говорит, вечером не работает. Ага. Он говорит, что-то прикольное. Великий китайский храм. Спросим, а чего же нет. Все вот такие вот маленькие двух-трехэтажные домики. Все очень тихо, спокойно, красиво. Почему я не был здесь раньше, а? Мне здесь нравится. Наверное, днем это не так все завораживающе и удивительно. Но вечерний вид того стоит. Однозначно. Шпиц. Вот такой. Иди. Дай. Ахасты. Ганчо. Ай. Ага, вот мы потихоньку и выходим к... Куда мы выходим? Honey, where we go?
What is it? Bridge. Japanese bridge, да? Why is this bridge famous? Japanese build it? А? Мы подходим к местной достопримечательности, так называемому японскому мосту. Как он стал достопримечательностью и по какому поводу, мне узнать не удалось. Надеюсь, я где-нибудь это вычитаю и потом сообщу дополнительно. Мостик как мостик, фигуры карпов на нем. Куча народу, толпы туристов. Вездесущие продавцы татуировок и всяких плавающих хреновинок. Вот такой вот мостик. Покатает. Не знаю, мадамы катают, не катают на лодках. Но они тут есть. Вот она, набережная. Ну, как меня пугали, то, что река здесь воняет, этого нет. Но и парфюмом тоже не пахнет. Вот. Ну, что сказать? Пойду исследовать дальше. Будет что-то новенькое, обязательно засниму. Да, вон же они их и продают, чтобы ты запускал. Вон они. Вот бабуля курит косичину. Здоровую, огромную. Ну, не знаю, что-то она там курит. Вот. Фонарики продаются. Так, вот. Татушечки. Красиво очень отражается. Нет, по запаху обычный табачок.